Практически все свои картины Евгения Тарасова пишет в студии. Опыт пленэрной живописи, да еще и зимой, для художницы первый. Возможность поработать в таких необычных условиях появилась недавно, рассказывает Евгения, во время зимнего фестиваля пленэра в селе Дубовый Умет, на который художница отправилась вместе с коллегами по творческому цеху. Такая техника написания картин – это настоящий экстрим, отмечает Евгения. На улице ты пытаешься быстро работать, потому что мерзнет все. Краски вязнут, разбавитель вязнет, ноги мерзнут. И это, в этом есть определенный такой драйв и определенное настроение, когда ты не позволяешь себе расслабиться надолго. Ты сконцентрирован и быстро пишешь работу. Плодом совместной работы самарских художников в технике пленэр стала экспозиция, представленная в Доме журналиста. Интерес к выставке уникальных этюдов под названием «Русская пастораль» проявили не только жители области, но и гости из других регионов. Вот эти картины, которые я вижу, эти этюды, написаны с натуры, и никакой художник просто так по впечатлениям не сможет сделать так живо, так передать это морозное утро, это состояние, это печурка того места, где они находились. Выставка картин «Русская пастораль» проработает до 22 марта. Полюбоваться этюдами, написанными с натуры, смогут все желающие в Доме журналиста по адресу Самарская, 179. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.